Вопрос об административном статусе Владивостока в повестку заседания, назначенного на ближайшую среду, не включили. Позиция большинства депутатов краевого парламента осталась неизменной. Наделение города столичными полномочиями преждевременно и сегодня выглядит несправедливым по отношению к остальным муниципалитетам Приморья. Есть твердая позиция председателя законодательного собрания, что вопрос ставится не своевременно, что мы обделяем другие территории. Рассматривать столичный вопрос парламент не будет и еще по одной причине. Сами его авторы, фракция «Справедливая Россия», встретив резкую критику со стороны большинства и особенно депутатов, представляющих территории края, отказались от первоначального варианта закона. Теперь они уже не предлагают, чтобы Владивосток ежегодно получал определенный процент от краевого бюджета в сумме 300 миллионов. Справедливоросы решили зайти с другой стороны и разработали новую версию закона. Ежегодно краевые депутаты, краевой бюджет, администрация Приморского края должны рассматривать вопрос о том, сколько денег выделять в рамках той или иной программы на выполнение столичных функций по статусу города Владивостока. То есть не фиксирована конкретная сумма, а гибкий вот такой вот вариант. Этот так называемый гибкий вариант сути дела не меняет. Владивосток настойчиво пытается получить солидное финансирование из средств краевой казны. При этом авторы закона упорно игнорируют интересы остальных приморских территорий, которые сегодня гораздо больше нуждаются в поддержке бюджета. Правда, судя по повестке предстоящего заседания, мысль об официальном столичном статусе и связанными с ним деньгах не дает покоя лишь небольшой части парламента. Владимир Клюшников, Александр Малыгин, «Панорама».